Дедр, и друзья, с вами я, снова Юр и... Ой, что это я нажал? Не, не, еще нажал. Юр и Плей, Санечка и Максимыч. И у нас для вас есть новости. Сегодня мы будем играть в футбол. Ну а еще новости. У нас новый член команды. Выходи! Его зовут Никола. Да. На сегодня мы будем играть... А, я это уже говорил. Саш, ну это еще оловой побьемся в стенку. Ладно, давайте уже начинать. Так, делимся на команды. Давай зону чертить. Так, ворота вон там возле стенки. Вот туда Максим пошел. Там наши ворота. Там наши. А вот это дерево, это другие ворота. Давайте я помогу. Ага. Я вот тут. Правильно. Так, надо сейчас начертить ворота. Кстати, ребята, вы не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Максим там чертит свои ворота. Сейчас вам покажу. Вот, все начертил. Центр тут. Что нужно сделать, чтобы я отошел? Да. Два против одного, потому что он ходит на футбол. Так, начинается матч. Саша! Санечка отбивает. Кстати, я вам хочу кое-что рассказать. Я тогда был в лагере летом. То там пацаны играли на футбольном поле футбол, а я был комментатором. Сегодня я буду тоже комментатором. Максим, давай еще два часа постоим. Может, мяч заберут. Может, 200, а может, тебя забьют. Так. Так, Максим. Бьет. А был гол? И у нас гол. 1-0 в пользу Максима. Кстати, если вы смотрели прошлое видео, то вы знаете, что у него есть. У меня есть тоже анал Санич Оплей. Я даже в начале видео его назвал Санич. Так. Аут! Так, они бросают аут, и вот так становишься, где прилетел мяч. И вот так бросают. Так. Вау! 1-1! Да, Максим ведет мяч. Максим, что ты улыбаешься? Можешь сейчас проиграть. Я уже гол забили. А у нас это видео 3 минуты идет, а уже 1-1. Кстати, Саша, туда. Мы вчера не отвлекали. Бросает аут. Кто-то что бросил? Идут мяч. Так. Летит мяч. Максим бросает. Гол. 2-1. Мяч ложим на центре в голове. Просто некоторые, кто смотрит это видео, могут не уметь играть в футбол. Потому что я знаю таких людей. Так. Мяч летит. Максим подбирает. Так, Максим бежит. И гол. 3-1. Максим убегает. Видео убегает от него.
от страха. Саша, иди сюда. Так, и начинается битва. Саша! И 4-1. Вот за Максима. Максим, наверное, радуется. Так, Аманда, а Томас... Дина, где? Вот. А Томас капитан Аманды. Вон. Томас капитан Аманды. Вот. Аманда Николы поменялась. Теперь Никола вратарь, а Саша нападающий. Так. Саша бежит. Бросает мяч. Пас Николе. Максим отбивает мяч. Никола выбивает. Дает пас Саше. Саша бежит. И гол! 2-4. Да, мяч улетел. Но Максим все равно сосредоточен на победу. Кстати, ребят, вы знаете что? То, что видео, возможно, будет долгим, так и прошлое видео, первая часть. Там шло 33 минуты. Саша, у тебя телефон мог бы выдержать 33 минуты? Так, Максим бежит. И мимо. Штанга. Так, Максим. Аут. Максим бросает аут. Потому что, например, если Максим бросит мяч за поле, то они бросают аут по очереди. Максим бросает аут. Так. Никола отбивает мяч. Максим подбирает мяч. И Саша пытается забрать мяч. Саша бросает пас Николе. Никола бросает пас Саше, но залетает в аут. Мяч вообще улетел непонятно куда. Да. Покажи. Так, уже 7 минут. Да ну? Так, Максим берет мяч в руки. И сейчас будет бросать аут. Так, Максим бросает аут. Так, Максим бежит. Бросает, но мимо. Опять штанга. Максим не попадает. Еще 4-2 так и остается. Нет. И 5-2. Максим забивает. И убивает. Короче, правил у нас не будет, если что. Так, Максим там сосредоточен, по его лицу видно. Так, так, мяч улетает. Саша дает пас Николе. Так, Максим там ведет борьба за мяч. И 6-2. Так, первый тайм закончен. Максим уже куда-то ушел. Хоть в это время на паузу поставила. Да. Тут был красный круг. Точно, это значит пауза. Ой. Так, уже сейчас будет 10 минут и начинается перерыв. Где-то 5 минут. А мы сейчас скоро встретимся. Так, сколько там времени? Саша покидает поле. А? Саша до 40... Да, 11:44 минуты перерыв. Сейчас будет тренировочка. У нас Саша и русским языком. И арабским. Так, у нас идет тренировочка. У нас сейчас тренировка идет. Так. Морфология. Лексика.
Так. Это наша вторая тренировочка перед матчем. Осталась одна минута до начала второго тайма. Все, время вышло. Так, сейчас будет второй аут. То есть второй период. Ой, аут. Так, тут середина. Да, тут. Максим. А, тут середина. Да, вообще тут середина. Тут даже ямка есть. Да, вот, это середина. Так. Вот середина. Настоящая середина. Вот, у вас сейчас будет игра в футбол, получается? Да. Интересненько. Начинаем? Угу. И что? А. Три. Три, считай, Саня. Три, шесть. Три, шесть.